Приветствую, с вами Алекс Овенго, и добро пожаловать в мини-курс «Эксперт на миллион. Первый шаг». И в этом мини-курсе «Первый шаг» я вам сегодня расскажу о том, что такое быть вообще экспертом на миллион. В общем, что вам реально нужно делать для того, чтобы выйти на тот уровень, когда вы зарабатываете миллион стабильно и каждый месяц, пусть даже вы пока в это не верите, потому что я в эту историю тоже особо не верил. И вообще, что такое эксперт на миллион, да? То есть эксперт на миллион — это человек, который, ну, зарабатывает миллион, логично, да? То есть, спасибо, капитан очевидность, да? Но зарабатывает этот миллион на своих или чужих знаниях. Ну, о том, что такое чужие знания, я вам расскажу чуть позже. Но давайте допустим, что все-таки на секундочку, что у вас это получилось, что вы действительно освоили некую технологию. Про технологии мы тоже попозже расскажу, как что делать. И вам действительно удалось это сделать. Может быть, вам повезло, как многие думают. И здесь очень важный момент, тот факт, что вы действительно на этих знаниях заработали, на информации, потому что, ну, все, в принципе, уже знают, что сейчас мы живем в информационную эпоху, и что же конкретно нужно делать, да, то есть, возможность очень простая, то есть, вы можете взять то, что вы уже знаете, упаковать это в виде курса, коучинговых обучающих программ и предложить людям, и люди за это платят, потому что людям нужны результаты, нужно людям какую-то новую информацию. И в общем-то, ну, то, на чем я, собственно, зарабатываю, практически все мои коллеги, да, мы зарабатываем на том, что мы делаем информационные курсы. Ну, это все. Ну, то есть, казалось бы, да, вроде бы что-то такое. Но самая крутая вещь заключается в том, что это не работает без авторской методики. То есть у каждого из нас есть своя авторская методика. Более того, если вы даже вдумаетесь про пассивный доход, есть самый гуру-гуру пассивного дохода, это Роберт Киосаки, то вы заметите, что большую часть своих денег он сделал не на недвижимости, не на пассивном доходе, а на своей авторской методике, помните правильно, денежный квадрат. Потока денежного, да, который сделает тебя инвестором, сделает тебя миллионером. Вот. И казалось бы, человек, который учит пассивному доходу, сам активно дает очень много семинаров, а у него целая тренинговая империя, которая никуда не делась. Его выступления стоят очень дорого. Это максимальный уровень, мне кажется, до которого может дойти человек в этой профессии. То есть, да, вы, может быть, сейчас начинаете с самого начала, но вы поймете, что есть определенная перспектива роста, да, то есть вот такие люди, как Роберт Киосаки, да, может быть, вам покажется, что же, такой везде обман, нет пассивного дохода, да нет, почему, он есть, просто ты недвижимость и пассивы, ну, то есть все вот эти активы, которые, типа, тебе генерируют деньги, ты покупаешь с тех денег, которые ты зарабатываешь на экспертных знаниях. И еще раз. Хорошо провел какой-нибудь курс, заработал миллион, можно взять себе однушечку и сдавать ее. Понятная идея? То есть это тот совет, который дал мне отец, когда понял вообще, чем я занимаюсь. Он сказал: покупай недвижку. Говорит, зачем? Ты все равно все эти деньги просадишь. И действительно, деньги, которые зарабатываются по модели «Эксперт на миллион», они тратятся вот так. Хочешь кабриолет? Пожалуйста. Да, там. Хочешь поехать куда-нибудь, не знаю, в Индию, на Бали? Пожалуйста. Ты деньги в какой-то момент, то есть есть обратная сторона, ты перестаешь деньги считать. То есть тебе, ну, слушай, ну тебе же хочется красиво жить, да? Хорошо одеваться, кушать в хороших модных ресторанах, да, путешествовать, там, машину себе красивую купить, квартиру у моря, да?
И это то, на что, скорее всего, люди начинают, ну, сливать деньги. И это нормально. Покупайте, сливайте. Наслаждайтесь жизнью, люди. Потому что она реально у нас одна. И система «Эксперт на миллион» как раз-таки помогает тебе это сделать. То есть, все, что ты знаешь, весь тот жизненный опыт, можно упаковать в виде определенных курсов и по модели «Эксперт на миллион» запустить. Все очень просто. Как быть, вы спросите, если я ни в чем не разбираюсь или я не до конца уверен, мне нужно сначала седую бороду отрастить, даже если я женщина. И вот только тогда я буду право иметь называть себя экспертом на миллион. В этом случае тебе нужно просто немножко как раз-таки уверенности поднатаскаться. Уверенность часто приходит с деньгами. Ну, больше денег замечали, может быть, чем когда у тебя много денег, ты чувствуешь себя уверенным, да? Когда у тебя денег нет, ты чувствуешь, ну, что-то я в себе сомневаюсь, да? Вспомните вот это состояние. Это важная штука. Почему? Потому что когда вы используете систему «Эксперт на миллион», вы, как бы это сказать, вам проще ее использовать тогда на ком-то. То есть заработать денег, попробуйте себя в роли продюсера. То есть человека, который другого нахваливает, занимается именно ну, тем, что вот как бы стоит за ширмочкой и давай, милый человек, иди на сцену. Это тоже работает, то есть «Эксперт на миллион» работает в обе стороны. Вот, то есть вы можете попробовать себя продюсером. То есть даже если вы, не знаю, я не уверен, что это мое призвание, да просто попробуй, 2-3 проекта запусти, ты прочувствуешь, что оказывается, ну слушай, ну нормально, все. У тебя с деньгами приходит уверенность, вот серьезно. Просто проверь, не надо мне верить, просто проверь. Да даже если вы вспомните свое состояние, когда у вас много денег, да, там, на банковском счету, вы чувствуете, что вы, да, я уверен. Денег мало, я не очень уверен. Это нормально. То есть, чем будет больше, тем будет больше спокойствия вот этого. Ты знаешь, что у тебя в банке всегда есть деньги, и ты уверен в завтрашнем дне. Мне кажется, это самое ценное вообще, что может дать тебе система «Эксперт на миллион». И вот сейчас важно понять, вы больше в какую роль готовы сыграть? То есть роль человека, который занимается, ну, фактически, он автор, да? То есть попробовать себя как автор и прочувствовать, что такое быть автором, быть на сцене, проводить вебинары, курсы, работать с людьми. И это очень классно, это очень классно. То есть это одна сторона. И вторая сторона, если вы не готовы и не уверены в своих экспертных знаниях, попробовать себя в качестве продюсера. Да, то есть делать то, что как бы за ширмочкой, то есть подготовить человека, чтобы он выступил, да, то есть быть таким серым кардиналом, если угодно. И это тоже очень интересная возможность для вас, то есть попробовать поиграть. Более того, знаете, что самое смешное, что вы можете менять эти роли периодически. Например, вот у меня одна из клиенток, Лена Казанцева-Брагина, она сначала себя попробовала как автор. Она попробовала себя сначала как автор в теме отношений. У нее там была тема «Идеальные отношения». Она продала, по-моему, 1080. Ну, то есть не какие-то прям великие деньги, то есть не миллионные-миллионные, да? Но она потом решила, слушай, а попробуй я себя как продюсер. Причем у нее не было опыта. Она там до этого отбойным молотком работала таким, что буду сейчас собирать залы, да? Но она попробовала. И у нее это получилось, то есть она сейчас фактически является продюсером, хотя вот, ну она прям в детстве, ну не, она не мечтала быть продюсером, да, там, что я буду собирать людей на конференции, но по факту она живет на Тенерифе, она уволилась с нелюбимой работы, по факту Лена сейчас занимается тем, что ей приносит огромное удовольствие и очень приличные деньги, она там сейчас каких-то экстрасенсов продвигает, еще какие-то вещи делает, но это реально очень важно, потому что, ну, сейчас мы уже приехали в офис, то есть определите, во что вы готовы поиграть. Это не на всю жизнь, поверьте. То есть вы можете менять эти роли, но вот на следующую игру, да, на следующую игру, в какой роли вы хотите себя попробовать и почему? Напишите в комментариях, потому что сейчас уже, ну, собственно, мы уже приехали в офис, я там запишу вам еще несколько видео. Есть целая студия, все такое. Я вам покажу саму модель «Эксперта на миллион», что вообще конкретно делать по шагам.
То есть в следующем видео вы это все узнаете. То есть, а что это за система такая, а какие конкретно шаги, а что же мне нужно делать. Вот пока об этом не думайте. Ваша задача сейчас просто, ну, представить себя в одну из этих ролей. Вы больше готовы попробовать себя как автор. Я хочу делиться своими знаниями с людьми, да? Хочу с ними вот заниматься, всех спасти. Да? Ну, я сейчас немножко утрирую, конечно. Вот. Либо я готов побыть серым кардиналом. На сцену я не пойду. Но, ну, кстати, продюсер иногда выходит на сцену. Там я расскажу потом, в каких случаях и зачем это делается. Это реально очень важно. Но фишка именно в этом, в том, что вы себя сейчас просто посмотрите, да, то есть, а какая роль, ну, в этой роли вы попробуете себя на первом проекте. То есть не факт, что вы прям сразу миллион заработаете, ну, давайте не будем себя тешить иллюзиями, да, собственно, сейчас это и не нужно. Миллион придет, просто у меня первый миллион пришел как раз-таки именно, когда я себя попробовал как продюсера, да, причем автор был вообще неизвестен никому, но автор был интересный, конечно же, да, то есть нужно выбирать интересных, как правильно выбирать авторов, я вам потом расскажу, вот, но фишка в том, что свой первый миллион как раз-таки я заработал именно на продюсировании, ну, мы вместе с автором заработали, да, мы его поделили потом. Вот, то есть мы вместе зарабатываем, то есть и автор зарабатывает, и продюсер зарабатывает, все зарабатывают, да? Не зарабатывает только тот, кто ничего не делает. Поэтому, чтобы у вас не было вот ощущения, что вы что-то пропустили, в следующем видео расскажу саму модель. Мы приехали в офис, это наша парковка. А сейчас, не откладывая, внизу в комментариях напишите, какая роль вам больше всего подходит на следующий проект, давайте так, да? Просто попробовать себя. И почему? То есть, какая роль и почему? Внизу в комментариях я посмотрю и буду вам отвечать. Всем счастливо и до встречи в следующем видео, в котором я расскажу вам про саму модель. Пишите про свои роли. Пока!